Подожди, давай. Вот, короче, из Сочей, подписчик из Сочи, извиняюсь. Черному носки, блядь, привез нам. Ну ладно, наконец. Опять он, блядь, без носков. Черный, куда ты надеваешь носки? Ешь, что ли? Пирожков вон тебе купили, не ешь больше носки. Ну, короче, тут опять поляна от Игорька. Пирожочки, огурчики, сальцо, сигарчушки. Ну, это жидкость для розжига шашлыков. Не обращайте внимания. Горит хорошо, да. Олег говорит, и пьется, да? Нет. По-моему, это водка вообще. Вот, Космос у нас кушает, не пьет. Мань, ты сегодня пила? Ну, коктейль пила. Коктейль, да? Я понял. Переходим на это. На трезвый образ жизни. Басяцкий банан подгонял. Откуда оно стоит? Все, носки по размеру. Какой они больше меня? Не задом наперед одел носки. Эх, могу. Да через голову. Только наизнанку, да. А? Да ему похуй пойдет. Наизнанку это нормально, к деньгам. Такие сгоны, нахуй там деньги. Ну ты покушал сегодня, нет. Нахуя вы меня вчера втроем, блядь, это, отоварили? Вот они, ребят, три друга, да, вот они, отоварили меня ночью. Я вышел быть вчера за пивом, короче, стоят возле палатки, меня ждут. Нет, давай, говорит, нам покупай, блядь. Кто ты? Статья 162-я. Статья 162-я, да, вот, черный. Врешь, Саша. Олег Валерьевич. Олег Владимирович. И Валерий Александрович. На этаже стояли 2 часа. Ты же брат. Вот трое вчера. Отняли у меня сигареты. Ты же брат мой, как я могу, блядь, на тебя, блядь, руку поднять? Да я шучу, заебал. Ну вот зашути, скажи. Не, а вы сегодня будете наливать или нет? Не пойму. А кто наливает? А кто взорвет у того? Просто если бы. Олег, давай. Ну давай, по 50 грамм. За здоровье подписчиков, давай, выпьем. Давай. Маш. За здоровье Игорька, давай. Сядь на бутылку. Ага. Олег. Саша. О, вот, сейчас вот, виновник торжества самый нальет. Константин, когда ты возьмешь в руки гитару и тихим голосом споешь? Я вам не скажу, что все отецу. Как отеца очень близка. Ну, медведь по тебе нормально потоптался, да, я так понял? Ты, сука, ну помнишь, как мы с тобой-то, да, братан? А, ухо, дай, давай. Не было среди зимы, а? Ну. Вот ты взял у джипа денег, сколько он брал? Я говорю, ты ему так много дал? Дай ему пофигу, он бутылку из горла высадит. Да, он дает. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Дайте ему хоть огурец. Он как-то съел из носовки и упал, блядь, с парапета. Я пожалею. Космос. Игорь, я виноват, потому что не стакан нашел. Есть стакан. Кушай, бери пирожок. Что-то. Есть стакан. Давай. Стакан от Игоря, стакан от маэстро. Ну опять, смотри, помощь туда, сюда ее. Валер, ты прав сказал. Это антиквариат, я. Ты видел? Давай, черный, за подписчиков. Давай. Это что за? Водка, пей. Розжиг для костра. Менты. Салам алейкум. Валейки на сына. 7 раз его. Если для прикинь, знаешь, какая тема была? Саша, они вчера водку выпили. Два брата. Хожу, да, хожу. Мусора? Да, хуй. Давай поскорее, стакан один. На, охрана. Инкассатор. Охрана. Встает охрана. Брат, тебя не видно за стаканом было. В ментовских штанах, понял. Он не должен. Ага. А не ментовский ли ты стукачокс? Генеральский. Генеральский, широкий. Девушка, вам муж не нужен? Заберите меня отсюда, а то я с ними здесь. У нас тут кастинг проходит. Я на станколетике, не знаешь, что? Он выпил?
39 лет. Кто? 49. Так, Олег, ты остался, да? Саня, чуть-чуть, я не пью, так. А, Манька еще не пила. Я мне это не пил немножко. Манюнь. Слава! Ходи до мене. По-украински начали говорить, да? Зибыки на полу. О, идет. Походка от бедра. Ебана в рот. Давай стакан поскорее принеси. Оп. Так. Откройте, пожалуйста. Вот, все, началось. Откройте, подайте. Идите нахуй, не мешайте. Марья Евгеньевна, Сомова, бля. Сомова Марья Евгеньевна. Мария Евгеньевна. Давай. Мария Евгеньевна. За Игоря, за подписчика. Я вас уважаю и всегда люблю. Игорю спасибо, хоть скажите спасибо кто-нибудь. Спасибо ему, человеку, нашему подписчику. Здоровья всем, здоровья, здоровья, здоровья. И всегда жить. Все, выпей, пока. Не визжи. Еще рано умирать. Вот почему мужчины любят, когда девушки делают миньет. 7 минут тишины, блядь, в студии нахуй. Олег. Все, дальше. Давай, давай, бери все. Дальше сами. Ты хочешь, чтобы я здесь упал? Да ладно, что тебя пока до башки до твоей дойдет, до двухметровой, все рассосется. Ну. Сейчас поможем, чтобы тебе быстрее. Блядь, здесь пошла, уже реакция пошла, видишь? Уже ребята говорят, пока дойдет. Да, по возрасту, по росту. Не допил. Так, сигареты у вас есть вон на столе лежат. Нету, где он? Вот, стол где у тебя сейчас? Что-то я плачу, сидишь. Ну только, Так и делается. Где у нас сигареты? Черный, давай не выебывайся. Черный. Давай сигарет на фабрата положил. Где печень? На камеру не выебывайся. Не надо этого делать. Вот и все, блядь. На камеру не выебывайся, говорю, блядь. Тебе сказали слово. Все. Хватит наглеть. Все, Маша, ты прям чувствуешь, что защиту за тебя поперли, да? Начинаешь, блядь, барагозить. Ша, блядь. Никогда такое не было на совке, нахуй. Все жили дружно всегда. А он не понимает. Что? А ты понимаешь? Ты понимаешь, когда говорила про меня херню в машине? Понимала, что делала? Прости, ну, конечно, прости. Еще пару ударов в тебе, в душу, скворца заселим. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Ждем комментариев ваших. Подожди, давай. Вот, короче, из Сочей, подписчик из Сочи, извиняюсь. Черному носки, блядь, привез нахуй. Ну, наконец, опять он, блядь, без носков. Черный, куда ты надеваешь носки? Ешь, что ли? Пирожков вон тебе купили, не ешь больше носки. Ну, короче, тут опять поляна от Игорька. Пирожочки, спасибо, огурчики, брат. Сальцо, сигарчушки. Ну, это жидкость для розжига шашлыков. Не обращайте внимания. Горит, горит хорошо, да. Олег говорит, и пьется, да? Нет. Ну, по-моему, это водка вообще. Вот, Космос у нас кушает, не пьет. Мань, ты сегодня пила? Ну, коктейль пила. Ой, да. Коктейль, да? Я понял. Переходим на это. На трезвый образ жизни. Все, носки по размеру. Какой они больше меня? Не задом наперед одел носки. Эх, могу. Да через голову я знаю. Да ему похуй пойдет. Наизнанку это нормально, к деньгам.
Такие изгоны нахуй деньги. Ну ты покушал сегодня, нет. Нахуя вы меня вчера втроем, блядь, это отоварили? Вот мне, ребят, три друга, да, вот они. Отоварили меня ночью. Я вышел бычью вчера за пивом, короче. Стоят возле палатки, меня ждут. Нет, ты. Давай, говорит, нам покупай, блядь. Кто ты? Статья 162. Статья 162, да, вот черный. Угу, врешь, Саша. Олег Валерьевич. Олег Владимирович. Владимирович. И Валерий Александрович. На этаже стояли 2 часа. Ты же брат. Вот трое вчера. Отняли у меня сигареты. Ты же брат мой, как я могу, блядь, на тебя, блядь, руку Да я шучу, заебал. Ну вот ты шути, скажи. Не, а вы сегодня будете наливать или нет? Не пойму. А кто наливает? А кто взорвет у того? Роусу и сухой. Олег, давай. Ну давай, по 50 грамм. За здоровье подписчиков, давай, выпьем. Давай, давай. Маш. За здоровье Игорька, давай. Я взялся на бутылку. Ага. Олег, Саша. Вот сейчас виновник торжества самый нальет. Константин, когда ты возьмешь в руки гитару и тихим голосом споешь? Я вам не скажу, что все отнесу. Как Одесса очень близка. Ну, медведь по тебе нормально потоптался, да, я так понял? Ты, сука, ну помнишь, как мы с тобой-то, да, вода? А? Ухо, ухо, дай, давай. Не было среди зимы, а? О. И ты взял у джипа денег, сколько он брал? Да ты говорю, ты ему так много дарил? Дай ему пофигу, он бутылку из горла высадит. Да, он на это буль-буль-буль-буль-буль. Дайте ему хоть огурец. Это как... Ну, я так съел его из высотки и упал, блядь, с парапета. Я пожалею. Давай, космос. Игорь, я виноват, потому что ему стакан нашел. Есть так... Кушай, бери пирожок, что-то. Есть стакан. Давай. Стакан от Игоря, стакан от маэстро. Ну, опять, смотри, помощь туда, сюда ее. Валерий, ты прав сказал. Это антиквариат, я. Ты видел? Давай, черный, за подписчиков. Давай. Это что, таки? Водка, водка, пей. Розжиг для костра. Салам алейкум. Валейкум ассалям. 7 раз его. Я сегодня прикинь, знаешь, какая тема была? Саша, они вчера водку выпили, эти два брата. Хожу, да, хожу. Мусора? Да, я хуй. Давай поскорее, стакан один. На, охрана. Инкассатор. Охрана. Дает охрана. Тебя не видно за стаканом было. В ментовских штанах, понял. Ага, а не ментовский ли ты стукачок? Генеральский. Генеральский, широкий. Девушка, вам муж не нужен? Заберите меня отсюда, а то я с ними здесь. У нас тут кастинг проходит. Я на стан коллеги, ты не знаешь, что? Он выпил? Кто? 49. Так, Олег, ты остался, да? Саня, чуть-чуть, я не пью так. А, Манька еще не пила. Я мне еще не пошмелил немножко. Манюнь. Шла. Ходы до мэна. По-украински начали говорить, да? Зибыть на палубу. О, идет. Походка от бедра. Ёбана в рот. Давай стакан поскорее принеси. Оп. Так. Откройте, пожалуйста. Вот, все, началось. Откройте, подайте. Идите я... нахуй, не мешайте. Я урожай. Марья Евгеньевна, Сомова, бля. Сомова Марья Евгеньевна. Мария Евгеньевна. Давай. Сомова Мария Евгеньевна. За Игоря, за подписчика. Я вас уважаю и всегда люблю. Игорю спасибо, хоть скажите спасибо кто-нибудь. Спасибо ему, человеку. Здоровья всем, здоровья, здоровья, здоровья. И всегда жить. Все, выпей, пока. Не визжи. Еще рано умирать. Вот почему мужчины любят, когда девушки делают миньет. 7 минут тишины, блядь, в студии нахуй.
Олег. Все, дальше. Давай, давай, бери все. Дальше сами. Ты хочешь, чтобы я здесь упал? Да ладно, что ты пока до башки, до башки до твоей дойдет, до двухметровой, все рассосется. Мы сейчас поможем, чтобы тебе быстрее. Здесь пошла, уже реакция пошла, видишь? Уже ребята говорят, пока дойдет. Да, да, по возрасту, по росту. Не, я не допил. Так, сигареты у вас есть вон на столе лежат. Нету, где у вас? О, стол, где у тебя сегодня? Что-то не пишет. Так не делается. Где у нас сигарета? Черный, давай не выебывайся. Черный. Давай сигарет на фабрата положил. На камеру не выебывайся. Не надо этого делать. Вот и все, блядь. На камеру не выебывайся, я говорю, блядь. Тебе сказали слово. Все, хватит, нагреть. Ну все, Маша, ты прям чувствуешь, что защиту за тебя поперли, да? Начинаешь, блядь, барагозить. Ша, блядь. Никогда такое не было на совке, нахуй. Все жили дружно всегда. А он не понимает. Что? А ты понимаешь? Ты понимаешь, когда говорила про меня херню в машине? Понимала, что делала? Прости, ну, конечно, прости. Еще пару ударов тебе в душу, скворца заселим. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Ждем комментарии ваших. Привет, Таджикистанама! Диля, привет, сестренка! Салам алейкум! Халайсле! Сурме! Халаймани, ашейман, зурджуэдэмана! Друзья мои, вот дуста сидят. Вот. Алик, ну и, как, ты, как тебе в России, Алик? Ищ нерсага нужда хаганам йог. Бор-бор, йог-йог. Нос йог. И все. Остальное все классно. Они все понимают. Алик, ты домой собираешься? Нет, не так. Здесь хорошо. Бюрда манга яхше. Дядя Джон, сызгэм салом. Это папа. Угу. Он уже здесь на Невском электриком работал. Угу. А я просто не знаю. Отец таджик, мать узбешка, царство небесное. Так. Ласковые мои, вот теперь скажите, кто здесь националист? Вот здесь принимать всегда. Простят. Если ты человек, тебе примутся, протянутыми руками, протянут тебе руку. Быть человеком главное. Да. А мы не националисты. Мы СССРские все, советские. Мы все выходцы из СССР. Рожденные. Бычков, рожденные. Бычков, мне кажется, ты скоро переплюнешь Навального, блядь. Навального не переплюну. Чисто потому, что я никого не ложусь. А он лег и за это отвечать будет. Сколько веревочки не лесен, конец будет. Алексей, как вы себя чувствуете? Лучше всех. Лучше всех. Только не падай. Что значит не падай? Быть, когда падал. Да тихо, блин. Когда падал, быть. Когда зубы последний раз тебе. Как он их ставил. Не потерял челюсть? Ну. 35 на месте. Собака. Собака. Дё. Холодно лапком, да? Лапком холодно. Видео, блин, я так, вот шапку, штаны подарила подписчица, встретились. Манюнька говорит спасибо.
Ну, надень хоть шапку-то, примери. Я пока синяя. Синяя? Нет. О, какая шевелюра у Маньки. О, тепло, красота. Какое вы захотели, одела я и... Давай губы помадой накрась хоть, ешкинка. Не, не хочу сейчас. Почему? Ну, не хочу еще. Все. Потом это, там еще какая-то женщина это говорила, принесет тебе белье, белье это тебе принесет. Письмо. Что вы опять ругаетесь? О, милая, чмо. Не надо придеть. Что ты, Костя, ругаешься? У меня вон пишется, говорит, подарок дала, да. Ну, а теперь еще одна сумка у Маньки появилась. Очередная. Спасибо. Как будешь, позовешь. Охрел тебе. Так, вот не говорите потом, что Машка плохая. Вот с космосом поделилась. Шапочку ему дали. А то он где-то свою профуфырил. Нет, да, Машунь? Я выкинула. Так, остальную... Благоприятная была. Ну, ты свою выкинул. Я... Не, вот это моя. Какую я мне понял. Дали, да. Да. Я никогда... Вот теперь сумму. Еще восьмую сумку ей подарили. Теперь она точно натуральный верблюд. Так, черный хочет сказать что-то. Привет, пацаны. Всех люблю. Миша, отдельный привет. Миша вообще классный. И вот Миша подписчик? Да, наш подписчик тоже очень хороший человек. Ему тоже привет. Горюсик, да, дай Бог здоровья. Молодец, ара, Вася. Ара, я вас люблю. Здрасте. Здрасте, подкрасьте. А где это? Питер, я вас уважаю и буду уважать, и я знаю, вы переживаете за Тёмку. А я... Так, ребята, ну тут, короче, новая фишка у нас появилась. К нам начали приезжать подписчики, практически каждый день новые. Костян, здорово. Сегодня к нам, ну, человек тоже не хочет сниматься, как бы мы не будем, но мы расскажем. Поздоровайся вот так вот. Ты тут... Всем привет. Да. Серега, короче, с Петрозаводска, с Карелии. Вот. Ну вот, решил посмотреть на ребят на наших. Как бы воочию. Воочию. Вот пацаны сидят. О, Космос там что-то кушает. Космос, что хаваешь, братан? Опа, куриное крыло с картошечкой. О, вот как ребята бухают. Вот сколько бутылок за ними выносят. Ну, купил он тут гостиниц, короче, пацанам. Че, Костя? Вопросы, предложения? Отдыхаю. Отдыхаю? Ты сегодня на какой кровати будешь спать? Сегодня? Да. На крутой. На крутой? Которую я делал? Да. Я же столер краснодеревщик? Ну, или хуй собачачий? Ну, обосранная, конечно, да. А с Пензы? А с Пензы есть кто? Ну. С Пензы? Нету никого с Пензы у нас? Какой там? Нет, просто так. Пены. Какой у нас там? 58-й регион, да? 58-й. А у тебя какой регион? У меня 14. 14? Ёпта мать, как ты далеко живешь-то? 116. 116? 16. Понятно. У тебя там нефть, наверное, в огороде, да? В Казани. Блядь, человек нефтью торгует, посмотрите. А я алмазом. А, ты алмазами, да? Сидите, бухаете, ловите. Ну, а у меня металлургический комбинат в Липецке. А, лошара, да. Косы делаем, топоры, виллы, блядь, хуйню всякую. Ну так, танки иногда. О, Танечка, здорово. Че, кто на разве? У Маньки стакан надо, да, требовать. Манюнька. А Манюнька, приятного аппетита. Маш. Дай стаканчик. Маш. Дай стаканчик. Мань, дай стаканчик, Мань. Кривая уже. Нету.
Маш, дай стакан. Чего ты плачешь? Ты плачешь, что ли? А чё плачешь? А? Мань. Чё плачешь-то? Все понятно. Ушла в себя, приду не скоро. Блять, ёпта, это курица еще позавчерашняя у нее лежит. Я хуею на. Мань, дай стакан. Не дашь? Я понял. Ну ладно. Так, ну и носки по 15 рублей. 4 пары куплю. Раздам. Все, лимит пока исчерпан. Идем на кассу, оплачиваем. Идем к космосу. Он там меня ждет с чекушкой. Ой, какие ведмеди. Красивые. Хоть что-то позитивного, блин, снять. Задолбали эти уже пьяные рожи. Без комментариев. Ищем. Не съебался он с чекушкой. Космос. А то, может, к друзьям поделиться пошел. Я ему сказал здесь меня ждать. Вот, короче, пакет с штанами, с носками. Сейчас мы его переоденем. Я думаю, пока он не грязный, пусть сверху оденет на свои эти панталоны. Блять, идиот, вот нету его. Сука, ну что за люди? Я вообще поражаюсь. Сказал, сиди здесь, скот. Вот, представляете, ребят? Вот что, под дых ему дать или что? Куда он мог? Такое время сквозануть куда угодно, мог в переход пойти или куда-то. Ну, сейчас, короче, найду, продолжим. Так, нашел я этого басурмана. Вот он, то закурить ему, то выпить, блять, ебать копать. На. Огонь есть хоть, не? Давай, я с тобой покурю. Пошли к забору, вон, похую, переоденешь, нахуй, портки. Голову я тебя не буду снимать, не переживай. Рэс. Чекушку уже ушатал? Или еще нет? Ушатал? Я хуею. Залпом, что ли, ебал? Нет, короче, подходит мужик. Я думал, выпить. А, ты еще и налил кому-то. Так я думал, что он так хочет. Ну? Он говорит, да. А еще тебе дал? Вот. Я, что ты мне рассказываешь? У тебя уже крышняк едет. Я тебе чекушку сейчас купил. Ты куда ее дел? Выпил? Я тебе говорю, вот эту кока-колу, короче. А, ну-ну. Я... Все. Пошли, космос. Пошли. Мне ехать еще к губе надо, блядь. Нету времени на раздумья. Пойдем в дальняк. На какой дальняк? Куда? А, на вокзал? А тебя пустят на вокзал? Нет. Ну пошли. Так, идем с космосом. Опа, ниндзя, блядь. В секретную комнату. Здрасте. Полиция нас пропустила на вокзал. Немножко там
повыпендривались, но ничего страшного. Вот здесь теплая вода, мыло. Никто никогда не придет руки там. Вот, ребят, короче, туалет, чистота, порядок, бесплатный вход. Космос нас переодевается. Вот, видите, с утра сюда никто не пришел. Вот, зеркало, мыло есть, все, вода работает. Где она? Датчик. Ну, с датчиком. Все, вода горячая, руки обожжешь. Можно помыться, умыться, побриться, руки помыть. Полторашку с собой взял, можно ноги помыть, подмыться, полотенце есть, розетка есть, все есть. Не хотят, просто не хотят. Сушилка, это не работает, но вот эти работают. Все, голову помыл с мылом, высушил. Вот, чтобы не привлекать внимания, частями помыться можно. Зашел, голову помыл, высушил, вышел. Через час пришел, ноги помыл и так далее. Носки вот я купил сейчас. 15 рублей. Че, космос? Вот симпатии. Ну, а че не так? Хуй кто придет помоется, все, бля, как эти нахуй, шарашки ходят, бля. Не знаю, всегда ходил, и 1000 таких. Это вот на вокзале есть еще, на этом, на рынке есть туалет такой же теплый, бесплатный. Со всеми приблудами. Городской бесплатный туалет. То есть все есть. Для гигиены более-менее там какой-то. Просто не хотят тупо. Ну вот, ребята, наш космос приблотнился немножко. Я думаю, он нам благодарен немножко. Все. Такой весь моднявый. Все, насколько хватит, настолько хватит. Никого не ебет. Да, космос? Так, ребята, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Будем делать добрые дела. Вот. Будем дальше космосу помогать. В плане того, что сделаю какую-то отдельную ячейку. Сейчас вроде там мне пообещали карточку Тинькофф. Есть у меня Билайн банк. Вот. Все это я буду это говорить, чтобы набрать денежек ему на документы. Вот. Я зайду, короче, в МФЦ, спрошу, сколько это стоит. Ну, где-то так приблизительно в районе пятака. 5000 рублей это стоит. Сделаем документы, дальше больше. Надо как-то двигаться. Все, сейчас я ищу черного, короче, едем к Губе. Значит, что еще? Черный уехал. Нет, он здесь, я знаю. Здесь? Да. Что еще? Подпишитесь на канал, комментарии пишите, ставьте лайки. Ребят, кто хочет, значит, помочь ребятам, у кого есть возможность, желание, финансово, я имею в виду, значит, все карточки, донат в описании. В описании канала видео тоже я воткну. Вот. Космоса чуть-чуть прикинули. Все, смотрим ролик. Желаем здоровья Бармалею нашему. Все. Ну вот, короче, космоса одели. Теперь что? Черный вот он. Смотрите, что тут происходит, блядь. Смотри. Ебать копать. Манька спит в новых штанах, в новой шапке. Вот он, блядь. Спит, лежит. Без носков. Все у него зашибись. Черный. Поднимайся, сейчас милиция нагрянет, блядь. Бу-бу-бу, блядь. Вставай, поехали в Долгопово. Черный. Слышишь? В Губе поехали. Началось, блядь, сигарету. Глаза хуй открыл, уж сигарету ему.
На, носки сначала одень. $15, блядь, носки. Одень сейчас. В электричке. В электричке один. Тоже как чухан уже, блядь. Сигарету.